Всем привет, ребята, с вами Геймич, и это у нас игрушка, мучительная игрушка, блядь, сука. Самая-самая мучительная игрушка в мире. Невозможно, насколько, я не знаю, как тебе описать, насколько это самая мучительная в мире. Ну да, она есть такая. А, чтобы перенеситься в любой святилище, где есть проводник. Где живут лишь духи и призраки древних воинов, прислушивайтесь к нему, они способны влиять на людей. Нет, не то. Не надо зовущий рог, учат, где есть проводник. Так. Разборчий перевал. Красный, давай этот красный. Под дверь появилась. Дверь появилась, прикинь. Так, а это ты меня можешь отправить куда я хочу, да, перенести? Окей, ты меня можешь в любой перенести. Смотрящая чаще. Меня там не было, кстати, я там не закончил. Я направо пошел и все. Красный зал клеток. Я ж здесь, по идее. По идее, здесь. Деревня улыбок. Короче, так, ладно, выйди. Доброго дня. Повысить уровень. Раз, два, три. Конечно. Я бы уже повысил себе 6, ты может 10 уровней, а я повышаю только 3. Конечно. Ради чего? Я ради бутылки шусь. Тяжелый доспех третьего класса. Давай вот этот тяжелый доспех третьего класса пойдем собирать. Пойдем собирать тяжелый доспех третьего класса. Так, надо еще по уровню. Окей, готово. Продать предмет. Какие продать предмет? У меня, в принципе, нет ничего такого, что я хотел продать. А, ну, катану там. Катану можно. Красный руба... 51. А, это топор. У меня два таких... Одну маску давай продам. Все, пока что на этом все. Пока что на этом все. Давай так и все. Здесь нету. Есть, все, есть. Есть хороший красавчик. А, так. 54, типа, было бы тут. 2500 надо. Вот. Приказ господин. Интересно. Клеймор 5. Так, а можно больше? Погоди. Можно больше, что ли, качать? Или это все-таки конечно? Можно больше, окей. Окей, можно больше. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Соль можно потратить. Где я? Красных клеток это... Ага. Сейчас, короче, побегаем лево-право, вот это вот. Тут, кстати, мужик пропал. Сейчас просто разберемся, где, куда, зачем, где я был, где меня не было. Как. Потому что я запутаюсь вообще сейчас. И чё, как? Вот честно, запутаюсь. Просто пробегаю всех, никого не мочу, понял? Пробегаем всех, никого не... Я скорость спустился. Так, вниз. Я спускался, да. Вниз я спускался, я сюда шел. Я придется мочить. Придется мочить, потому что они мне не дадут прохода. Ну, в принципе, по одному, по два удара, что бы нет. Да? А, во, лифт, блядь, ты сейчас... Ебать, чуть не умер. Я ж лифт включил, я ж могу на лифте кататься. Смотреть, где, зачем, что, почему. Смотри, наверх, я наверху не ебал. Вот наверху я стопудово не ебал. Бесконечный коридор.
А, здесь был, все был. Все, 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 я здесь был. Давай, забирай все, лок. А, поехали обратно на лифте. Значит, здесь я был, налево. А, там можно будет спуститься. Здесь направо я ходил, правильно? Да, направо я ходил, там лифт. Сейчас лифт. Едет. Сейчас будем разбираться, где как, почему. И я был, где меня не было. Там был. Стопудово, здесь был. Здесь был. Так. Там не был. Слева не был. Слева не был, слева не был. Так, вот здесь вот надо нажать. Почему не нажимается? Враги типа мешают. Ну, с врагами сейчас разберемся, типа. Все, не мешают? А! Тю-ю! Это же этот был, да? А там закрыт. Это ж лифт. Они же... Ноги сломал мне. Они же босс. Ага, все понял. Так, раз. Два. А, тут нельзя залезть? А как вернуться тогда? Погодите. А, во, лестница. Хорошо. Ебать замудрённо, скажем. Ебать замудрённо. Так, сюда. Там с другой стороны. А это как с другой стороны? У меня другой стороны не было еще ни разу. Смотри, на один уровень теперь надо 5000 монет. Так, раз, мне на лифте сейчас надо просто, просто налево, просто налево. Вот здесь вот где-то. Опа, все. Вот так вот. О. Так. Угу. Хотя здесь я был, погоди. Какого фига? Затопленная крепость. Я разве здесь не был? Был! Все, я здесь был, я стопудово здесь был, я помню это. Опять залипали клавиш, но главное, что я их убил. Это главное. Да-да-да-да-да-да, все, я здесь был. Я сюда так и пришел, вроде бы. Ну, типа, здесь глазик был, я в эту крепость так и заходил, то есть на вход. А как я зашел, если там лифт? Бля, понятно. Тихо. Так. Теперь на самый верх, смотри, теперь на самый верх. Ну как на самый верх, вот здесь, допустим. Блядь. Уже самому быстрее подняться будет. Реально. Во, 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 сейчас поднимемся, сейчас поднимемся, сейчас поднимемся. Закоп. Тормозим. Все равно не там вышел. Все равно не там вышел. Иди нахуй. Сука. Только попробуй зашаманить меня опять. А вот ебла. Отдай мне. Ты мне дашь двинуться? Блять, они сейчас по КД будут меня шаманить. Нахуй. Это пиздец какой-то. И
как я с вами должен драться? Вы меня сейчас тут просто положите. У меня ж нет никакой защиты от этого. А е, то есть, и еще и от падения давайте урон сделаем. Пизда. Нет, живой. Так, раз. Два. Живой. Блять, упал. Ой, блять. Погоди. Все. Так, идем. Яд. Я типа аккуратно яд. Тихо, тихо. Аккуратно. Попал! Все равно попал, прикинь. Так, все. Мне просто налево надо. Вот тупо налево вот здесь. Как бы ни больше, ни меньше. Ай, блядь, ловушка. Нихуя не видно. Вот по идее здесь я возвращаюсь, да? Разбойнический перевал, все. Почему-то здесь... Тихо. Тихо, убьешь. Вот так, все, пробил я его. Пробил я его щит. Мало очевидно, кстати. Аметистовый капюшон, броня, как... О, лестница. Так. Так. Кольчужный хауберг. Вот кольчужный хауберг. Уебало. Уебало, уеба. Так тут тупи. Тут опять дофига ловушек. Так, аккуратно. Раз. Два. Три. Четыре. Взяли бронзовый ключ. Тихо. Не надо так делать, дядя. Не рычи. Арс. Опа. Все, готов. Тебе дало. А, лифт. Лифт дало, прикинь. А лифт куда? Поднялся. А, там ловушка дальше. Да хера дорог. Слишком до хера дорог, честно. Давай еще ниже там спустимся. Там был спуск ниже, давай еще ниже. Тихо, надо успеть. А то я отвлекся. Аккуратно! Ух ты ж, блядь. А хилки есть? Есть. Хорошо. Прикинь, а я здесь был.
скажем, что я здесь забирал, вот видишь. Затопленная крепость. Это все, блядь, переходики, проходики эти всякие. Попробуй, блядь, разобраться, где что. Сохраниться здесь можно, но нет. Нет, нет. Так, а ну-ка. Ага. Да давай пойдем еще. Так, падай. Падай. Вниз вот сюда. Ебать, фальшивый шут. Тормози. Нет, 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 нет. Блядь, вырубись, вырубись нахуй. Пизда мне. Конечно, пизда. Конечно, пизда мне. Да, 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 конечно, 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 блядь, спасибо огромное. Величайшее спасибо, блядь. Конечно, у меня в этот момент выглядит залипание клавиш. Ёбаный шрифт. Я блоком никогда не пользуюсь. Давай это, настройки. Игра. Управление. Назначение клавиш. Вот. Левый контур. Блок, нет, вот блок. Выбрать. Левый контур. Да. Блок, левый шифт. Все, блядь, я теперь могу спокойно играть. Спокойно, блядь, могу кувырок делать. Просто, блядь. А изя, кувырок могу делать. Если доживу, конечно. Так, вот эту кнопку не трогаем. Здесь пробегаю... Ага, я понял. Надо зажечь этот. Потому что нихера не видно. Наверх залазил, а дальше я не помню как. А, вот сюда. Так, так. Чтоб не мешались. Так, я вниз пройду. Да, вот все нашел. Давай сейчас сделаю вот здесь вот свою молитву, чтобы не было проблем. Ну, типа, я ж шутом здесь дерусь, правильно? Надо ж... Ты смотри, 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 я его уже ударил, он меня уже бьет. В этот момент только происходит... Происходит, что-то происходит. Да я так остану. Да я пробафаюсь полностью. Против же. А теперь подхилю. Все, пиздаться. Пешки. Пизда тебя, Гриш. Ты смотри, как я тебя сношу. Просто 10 ударов и ты труп. Раз, два. Ага. Получилось. Тихо. Подхилю. Отхилюсь, погоди. На, все, готов. Ты не дерево то санное, которое, блядь, херу бьешь. А тебя все равно 6 тысяч дали за тебя. Проход. Какой проход? Куда проход? В смысле? А я здесь был, кстати. Я помню этот момент. Я этот момент помню. Здесь я специально оставил, потому что я не мог ничего сделать. Точнее, я оставил босса и решил пойти дальше куда-то. Вот как оно. Куда не пойдешь, все равно вернешься. А, это блок, блядь. Так, закрыть с другой стороны. А, это открыть.
Куда она ведет? Ага. Не понял. Так. А у меня есть смысл ниже? По идее, есть. Раз. Два. С. Да, С. Влево нельзя, вправо можно. Разбился нахуй. Тогда в дом какой-то. Блять, а ты откуда? О-о-о-о, только попробуй меня выкинуть. О, хорош. Выкинул, выкинул меня. Так, я здесь был. Стой, 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 стой. Я ж поднялся отсюда, я ж поднимался. Верните меня, пожалуйста, наверх. А, я не вернусь наверх, да? Благодарю. Я потерялся, помогите. Блять, не то. Я шифт нажимаю до сих пор. Надо отвыкать просто от шифта и все. И все четенько. Так, раз, два, три. А, понято. И здесь я был. Так, здесь святилище можно выйти. Допустим. Давай. Что у нас по времени? Полсерии. Так, повысить уровень. 16 тысяч, давай. Древо на. Я хотел вот это себе, да? Доспехи. И чё, чё? Давай вес, наверное, прокачаем. Чё? Наверное, надо вес, реально. Потому что урона у меня хватает, а вот брони, конечно, говно. А, все, вспомнил. Я же хотел бутылку себе. Чтобы для зелья дополнить зелье исцеления. Все, 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 отпало, все, отпало. Все, все. Отношение к кому у тебя? Торговец. Не знаю. Дави. Наверное. Давай, лидер. Каменный проводник. Кузнецный. Каменный. Да, алхимик. Так, ты у нас кто? Пара говорит деяния. О, вот так, давай. Значит, будет на одну бутылку больше. Нет. Бла-бла-бла-бла. Вот это давай. На одну вот это будет. Все. Хорошо, уйти. Да. Ты у нас проводник, да? Да. Проводник мне пока что не... Ты алхимик. Продать предмет. Купить. У тебя, в принципе, ничего такого интересного. А, или ты алхимик, погоди. Хочешь прирастное снаряжение? Трансмутация. О! Трансмутация, хорош. Леймор станет... Что это? Поверх-вниз можно что-то поменять? Ебать! Леймор, черная вдова. Черную вдову можно... А, то есть два вида, да, трансмутации. Бонус от силы D, бонус от магии. Или же завесный вал на лоб. Но все равно надо пыль. Так, тьма. Урон тьмой будет. И атака просто сильна. А здесь вот это вот. Вес D, да? Фу, вес 16. А ну, слышишь? А броня... Броня... А, так... Давай лук. Что по лукам? Лук темноклюв. Не, с трансмутацией вот это прикольно, конечно, придумано, да. Но... Я применю... Я мешки, если применю, мне, по идее, хватит. Насколько
Насколько тяжелее месяц? Он 16, да, а сейчас сколько? 12. 12, 16. Сейчас нормально перекат? Не, сейчас даже туго с перекатами, так что не. Пас. Союз огня и неба. Это что такое? Это что такое вообще? Погодите. Не понял. А где это? Союз огня и неба. Хрустальный шар. Огненный спутник, огненный шар. Малюс. А во, союз огня и неба. Могущественные стихии, примерно одно из них, может повлечь опасность для заклинателя дисбаланс стихий. Поборники магии и стихии защищаются против этого эффекта разными способами. Например, подобными кодами. Дисбаланс стихии. А погоди, то есть мне сюда больше не надо, да? Вот это просто в сторону прошел, и все. Теперь обратно. А обратно куда? Хер пойми куда, да? Допустим, смотри, я наверх вылезу, куда я вылезу. Чисто проверить. Так, давай через телепорт. Все, через телепорт будет эффективнее. Нет, не попал, что ли? Вот сюда. Так, значит, ты у нас, да? Давай. Переместиться. Давай. Вот сюда. Святилище чаще. А теперь надо захватить это место. Правильно? Чтобы его захватить, надо... только работает... Черт. Внутри него какой-то дух божественный происходит. Разбейте святилище, чтобы обратить его в вашу веру. Вот это вот надо. Так. Так. Вернее, враг, да? Нет? Все, это теперь она моя. Я понял. Так, хорошо. Готово. Направо дорога куда? Нихуя не видно. Давай включить, пожалуйста, факел. Так, а я здесь буду, да? Ну да, я здесь буду. Ебать, а чё так? Чё так жестко-то бьёт? Я это с огнём бью. Блядь, я здесь был, всё. Я здесь был. Был я здесь. Вниз. Да, спали. Так, выгуляй. Так, стой. Тупо направо. Спрыгиваем. Идем сюда. Ну да, конечно. Так, теперь куда? Сюда. Так. Переместиться. Красный зал клеток. Пойди сюда. Так, присядем здесь, типа мы здесь отдыхаем. Здесь ничего не надо, сделать подношение не надо. Готово. Заточить его, что ли? Подожди. Не бей меня. Так, это пока не надо, Вот сюда надо положить вот это. Теперь у вас становится вот этим. Вот это красиво. Вот это по-нашему. Один удар всех убить. Голову спрячь, как говорит. Вот так, хоп. Раз, два, три. И на ножки. Еще раз смотрим в эту сторону. Если я сделал все или нет. Если я здесь все сделал, вниз идем через босса.
Либо я направо, я еще не помню. Ходил полностью, не полностью. Типа разменчик такой, да? Эвка. Не видно. Видно. Там какой-то сохранник, кстати, слева. Не надо драться. Не надо драться, не надо кусаться, давайте жить. Так, смотрим. Да, все, я вернулся. Можешь залезть? Спасибо. Это куда у нас? Тихо. Ловушку не наступи. Это наверху, да? А, все, наверху я все забирал, хорошо. Теперь идем вниз, там, где босс был. Правильно? Вроде бы туда. Так. Как же трудно. Если была бы хотя бы карта, знаешь, можно было бы где-то что-то отмечать. А так тут вообще ничего не будет. Так. К боссу по лифту надо. Мужик, давай полегче. F. Попал. Соточку. Просто соточка его. Блять, опасно, конечно, здесь. А я не хочу здесь сегодня. Против. Я по этому вашему лифту не пойду. Опять я shift жму. Опять я жму shift. Чтобы этот shift провалился. Так, вниз надо. Допустим, кис. И падай просто так. Пойдешь просто. Бля, ты отскочил. Я думал, ты уже все. Застрял. Застрял, это куда хуже. Чем просто упал. Раз, два. Готов. Дурачок, что ли? Это упал. Лифт как бы для кого я включил, а? Вот для кого я, блядь, лифт включил? Кто скажет? Ага, все понял. Так, свободен. Свободен. Блять! Куплю. Да, можно получить что-то. Стрелы. Прикинь, выпали же мои же стрелы. Ой! Хорошо. Идем. Рана. Рана. Рана слез, рана слез. Или нет? Так, не, я сюда пришел. Погоди. В смысле? Я пока влево сходил, она уже поднялась, опустилась. Как это работает? Вроде ж лифт большой, как бы. Разве нет? Стоп! Меня подожди! Ах, уебал ноги. Стоп! В смысле? А босс где был? А босс где был? Вообще не понял. Ведь это тогда босс был. Первый поворот налево. Такой направо. Уебали! А сколько у меня там денег? 10 кусков, да. Да, десяткой надо спуститься.
Смотри, здесь надо направо. Но мы туда пойдем только после того, как я верну свои, вот эту свою соль, и мы пройдем в ту сторону, где босс был, помнишь? Там паутина начиналась, это я помню точно, поэтому я и не пошел туда. Это я помню точно. Падай уже. Так, тихо. Блять, проехал, ладно. Надо было просто вниз один раз спуститься и все. А я решил прокататься. Ну ладно, ладно. Что уж быть. Поехали. Да, как раз так. Опа. Раз, два. Ой, чуть не убил. Куда ты улетел? Мышь паскудная. Тихо, 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 тихо. Блять, убили! Крысы ебаные. Все, теперь уже не важно. Я shift зажимал, я не кувырок нажал. Нажал бы тогда кувырок, я бы это, я победил. Это... Где босс? Я забыл. Я не помню, где босс. Пусть ногами. Разобьюсь, разобьюсь. Блядь, где босс? Сука, где босс? Чё это такое? Где босс, блядь? Покажи мне босс. Пизда мне. Я живой. Здесь босс где-то? Блядь, я вернулся к вам. Раз. Два. Три. Четыре. А чё он бессмертный какой-то? Выпей. Выпей не бомби. Тонувший медальон. Не здесь босс? В смысле? А где босс был? Понял. А куда он-то? Я спускался все глубже и глубже, правильно? Правильно. А чё ж тогда его нет? Вот. Вот. Не бей. Я сейчас святилище возьму, я помню, оно где-то тут. Нет? Если нет. В смысле, не могу допрыгнуть. А, нет, здесь тут... Все, понял. Отпусти меня. Так, я вспомнил, что у меня здесь закрытая дверь. Там закрытая дверь. Так, босс. Ниже еще. Глиняная маска. Бля, реально ниж. Вот так, все красивенько сделал по красоте. Так, спускаемся аккуратненько. Так. Опа. Свободен. Я с тобой драться не буду. А, там туман, да? Да нельзя.
типа туман — это смерть. А ну. Так. Так. Аккуратненько сейчас. Туда я так и не смог попасть. Да, я так и не понял, как попасть. Раз. Свободен. Два. Свободен. Три. Свободен. Да! Блять, это лифт. Просто надо было чуть-чуть это опустить. Так. Раз. Хорош, попал. Выпью. Закрыто. Во, во, вот здесь вот босс уже, все, я вспомнил. Так. С. Так. Допустим. Это я его убил, да? Хорошо, красиво. Мне сюда не спрыгнуть. Это очевидно. Зато сюда можно пройти вот сюда, влево. И как раз паутинка. Наверх тоже не залезть. Пещера Хагера. Во, в пещеру Хагера я хотел попасть. Да хорош. Хорош, блять, убьешь. Прикол. Они из ниоткуда появляются. Просто насрать на все. Вода ничего не смывает. Ой, блядь. Символ. Чего? Погоди, в смысле? Какой скелет похищает у меня 600... Это что за цифра такая была сейчас? Так, во-первых, берем вот так. Так, хорошо. Во-вторых... Берем, колдуем сейчас оружие. Так, вот так. А чё я не могу бить? Пропал, прикинь. Убил. Долезешь? Долез, хорошо, красавец. Так, все. Теперь надо поставить мою там благодать. Меня ядом, короче, кокнули. Меня ядом копнули. Слушай, как раз вот чётенько по времени даже подходит. Серия к концу подходит, и все подходит. Так, повысить уровень. Давай. 43 уровень. Древо навыков. Чего, кого? Дополнительная фляжка, вот все. Сколько у меня фляжек? 8, да? 9 подношений. Давай-ка. Вот как раз всех четверых. Давай, готово. Опа! 8 фляжек. Хорошо, зашибись. Зашибись, просто зашибись. Так, а ты у нас кто, наемник, да? Я не. А, нет, ты не наемник. Это Ли. Опа, здрасте. Камень... Кольцо ловкача. Ну, это логично, что оно для ловкости. Но давай-ка. А, кольцо ловкача изящное... Ну да, повышает ловкость. Больше ничего тут не сказано. Металлическое кольцо. Изящное металлическое кольцо и повышает ловкость. Значит, давай на этом закончим. Значит, ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.